Привет, ребят, с вами Бес, и мы продолжаем играть в игры на iPad. Сегодня у нас будет 8 игр, и начнем, ребята, мы из игры Fun Race 3D. Так что, ребят, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а мы начинаем, ребят, играть. Итак, вот тут мы сыграем, скорее всего, один уровень, посмотрим. Или два уровня, нет, давайте-ка два уровня сыграем тут. При прохождении этого уровня у нас, собственно, будет открываться новый уровень. Хорошо. Да, все просто супер. Так, поднимаемся. Угу. Отлично, можем залетать. Еще раз залетаем. И тут уже сверху прям проходим. Хорошо. Угу. Вот так вот и есть. Первый этапчик прошли, но почему нам не дали возможность сделать двойной прыжочек, я, если честно, не совсем понял. Вот смотрите, тут тоже. Окей, ладно, ну, в принципе, ничего страшного, главное, что тут мы сейчас впереди. И наш соперник вряд ли сможет нас догнать. Угу. Отлично. Ну и погнали, ребят, сейчас. Опа. Финишировать. Все. Уровень, ребята, у нас пройден. Интересно, бонусный уровень. О, да, ребят, бонусный уровень. Ну, давайте-ка бонусный уровень пройдем вместо обычного уровня. Такс. Стараемся собирать, ребят, по максимуму. Вот это вроде как было максимальное количество. Опа. Тут, ребят, уже немножко потруднее собрать максимальное количество, потому что, сами видите, как тут все жестко. Хотя у меня есть идейка, ребят. Угу, немножко наверх и вот так. Собрали еще монеточки. Оп, еще пару штук. Ну ладно, давайте-ка за... несколькими монетками гоняться не будем. Это я случайно. На самом-то деле спрыгнул. Короче, поднимаемся до самого верха. Почему? Так, лол. Все странно, ребят, на самом-то деле, потому что я хотел вообще прям по другой дороге пойти, но ладно. Такс. Опа. Вот так вот. Думаю, сойдет для бонусного левела. Хорошо. Новый уровень открыли. Ну что ж, давайте-ка перейдем дальше. Следующая игрушечка — растения против зомби 2. Думаю, можно сыграть тут один уровень. Не будем играть, ребят, два раза ускоренно. Это будет жестко. Так, режим приключения. Ну и где я тут остановился в прошлый раз? Вот тут, на 14 уровне. Давайте-ка тогда пройдем этот уровень. Так, поставим это. Бумеранг обязательно, бесплатный. Такой. Не, это покупать, ребят, мы не будем. Думаю, вот столько хватит. Хотя, на самом-то деле, капуста тоже нам нужна. Но за кого капусту взять-то? Я что-то не знаю. Хм. Ладно, капусту давайте-ка пока что взять не будем, что ли. Не, хотя давайте-ка вместо вот этого возьмем капусту. Все. Ну, погнали, ребят. Всего лишь одну линию вот этих обычных цветков поставим. Давайте-ка я не буду комментировать. Вот. Потому что это действительно трудновато. Комментировать и играть. Так. Надеюсь, наш чувак успеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Хорошо, что эти метатели хорошо вот так работают. А вот с этим уже придется повозиться, ребят, смотрите. Так, ну трудновато, конечно, играть тут два раза ускоренно. Ну, прям не так, что прям вообще не реально. Давай. Есть, получился. Пока что вроде как нормально получается тут, так более-менее. Вот отсюда сейчас чуваки пройдут. Давайте-ка капусту ускорим. Все, сойдет. Вроде как все сейчас у нас уже работает, прям очень даже хорошо. Вот так. И это последняя волна, ребят. Вроде как все остается только вот этот челик. Да. Сейчас его тоже завалим и пройдем, ребят, дальше. Все, вот так вот. Не сказал бы, что это было легко, но во всяком случае не прям очень трудно. Так. Хорошо. Ну, новый уровень тут открывается, да? Вроде как да. Ладно, этот уровень проходить уже не будем. Давайте-ка лучше пойдем дальше. Color Soul 3D. Так, сейчас посмотрим, что будет ждать нас тут. Ну что ж, тут нам надо всякие разные фигурки. Чистить так, что-то я не понял на самом деле, почему так. Допустим, и все. Есть вторая часть, тоже у нас готова. Так, третья часть. Надеюсь, будет готова. Да, все. И мы сделали вот такую вот кастрюлю. Так, открываем вот эти ящики и получаем везде монеточки. Ну и давайте-ка еще, опа, одну фигурку создадим. Такс, хорошо, и вот так. Отлично. А тут уже со всех сторон приходится нам все это дело чистить. Ну и ничего. Нетрудно почти. Все.
Просто идеально. Отлично, на этот раз грушу получили. Ну ладно, идем дальше. Следующая игрушка у нас, ребят, Аквапарк ИО. Давайте-ка посмотрим, что у нас будет тут. Итак, начинаем играть в Аквапарк. Так, опаньки, опаньки, опаньки. Так, бляха-муха, не подобрали. И пойдем сейчас, хрен его знает куда. Не, так не пойдет. А, это у нас буст, да, получается. Да, все, понял. Ну, можно, по идее, взять бустик, но... Не знаю, насколько это имеет смысл, а куда я пошел, хрен его знает. Блин, надо подпрыгивать обязательно, но... Надо это сделать прям грамотно, красиво. Пока что этого у меня... Не особо-таки получается. Так, сюда перепрыгиваем. Так, хорошо. Оп. Дальше прыжочек вот сюда. Ну и дальше вот сюда прыжочек будет, и мы будем самыми первыми. Интересно, как эти остальные догоняют меня, если мы сейчас прям по полной программе, собственно... Оторвались от них. Вот. Угу. Ну, буст опять не получился взять. Ну, что за фигня? Так. Опа. Надеюсь, никто не будет обгонять нас. Никто не обогнал. И все. 206 монеток получили. Все, последний уровень у нас остается. Давайте-ка его тоже мы сейчас пройдем. И у нас получается все будет пройдено. О! Буст, прикольно. Нормально-то как. Так, а куда сейчас мы идем? Вот в чем вопрос. Сюда, что ли? Лол, 66. Но первое место заняли. О, и открыли новую локацию. Прикольно. Ну что ж, идем дальше. Следующая игрушка у нас Такбол. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут за игруля. Тут нам надо, собственно, проходить вот таким вот образом всякие разные уровни, да? Опа, нифига себе, тут у нас длинный получается. Ладно. Так, ждем, ждем. Ага. Опаньки, вы видели, ребят, буквально последняя у нас платформа задержала нас. Ну ладно, еще одну попытку сделаем сейчас мы. Угу. Угу, хорошо. Еще немножко. Вот так. Сойдет. Да бляха-муха, я вроде как нормально потыкал. Ладно, идем дальше. Точнее, повторяем то, что прям идем дальше, потому что мы тут пока что на этом уровне, можно сказать, что застряли. Вот. Так. Хорошо. Угу. Совсем чуть-чуть остается. Ну вот, самая первая попытка у нас была просто шикарным. Просто обидно было в том, что на прям последнем блоке мы застряли. А тут все, больше не застрянем. Прошли. Вот такая вот игрушка. Идем дальше. Cloud City. Опа. Тут у нас маленькие человечки, которые бегают и... Так. Все время увеличивает свою команду. Давайте-ка за паучков сыграем. Так. Паучок. Ну, погнали. Играем, значит, за паучков. Так. Опа, там вижу, ребят, я одну банду. Но с ними пока что связаться не будем. Но в скором времени, когда у нас будет немножко побольше народу, то почему бы и нет, можно пойти к ним и так навещать их. Так, 42 чувака у нас в банде. Так, у кого-то там 46 уже. Интересно, вот эти чуваки далеко находятся от нас? Так, вот этих можно сожрать. Вот этих можно сожрать, и тем самым можно еще и вот этих сожрать. Вот если бы
синеньких не сожрали бы, то этих сожрать у нас не получилось бы никак. Так, двигаемся дальше. Опа, кто у нас тут? Жирафики. Так, жирафики, жирафики. Так, куда вы там пошли, чуваки? Во все. Минус жирафики. Так, ждем всю свою банду и идем, собственно, дальше. Так, тут у нас внизу полюбасу кто-то есть. О, розовенькие. Успели, ребят, смотрите, буквально на пару секунд. Если бы мы опоздали бы, то все можно было считать ГГшечкой. Потому что челики по-любому размножались бы по-быстренькому и стали больше, чем мы. Так-с. 30 секунд остается до конца. Надеюсь, что я тут кого-то встречу. Да, ребят, встречаем змеек. Так, змейки, пока. Идем, ребят, обратно. Тут надо сделать так, чтобы все наши чуваки скапливались. Опа, кто у нас? Это тут шакалы. Опа, шакалы, привет. Ну и, собственно, пока 5, 4, 3, 2, 1. Смотрите, последний сбежал, ребят, прикиньте. Офигеть, 669. Нормально. Идем дальше, ребят. Следующая игрушка у нас, ребят, называется Assassin. Точнее, Hunter Assassin. Полное название игрушечки. Давайте-ка сыграем. Что тут нам надо сделать? Нам-то тут надо на стелсе, короче, завалить челиков. Минус второй. Так, не-не-не. Обратно. Так, сейчас вот. Эти челики помогают друг другу. Тихо. Есть такое дело. Еще два чувака тут есть. Минус первый. И пока что у нас все супер. Без получения урона. Нормально. Так. Погнали дальше. Так, первого челика мы сейчас завалим по-быстренькому. Ха-ха, лол. Вот это было прикольно. Завалил четверых и в итоге ничего. И последний чувак. Все, опять-таки без получения единой царапины. Так, идем дальше. Так, опа. А тут челики друг друга будут прикрывать, я так понимаю. Оп, вниз, 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 вниз. Бежим прям. Хорошо, что они прям скопились. Так, но только беда в том, что сейчас они будут нам мешать. Хорошо, сойдет. Ну, чуваки. Есть. И еще двое тут остались. Ну, чувак, давай сюда. Опа, не успел. Прикольненько. Ну и, собственно, вот так вот. Ну, переходим дальше. Последняя игрушечка Neon Splash называется. Давайте будем тогда сейчас в эту игрушечку тоже играть. Тут нам надо с помощью, получается, неона получить какой-то рисунок. Тут у нас что? А, галочка типа. Прикольно. Так, погнали дальше. Так, а тут что у нас будет? Блин, очень трудно угадать. Тут лайк. О, ребята, это, ребят, получается это, как его? Пасхалка, типа, надо поставить лайк под этим роликом обязательно, если еще не поставили. Так, давайте-ка откроем вот эти три сундучка. Не знаю, почему именно эти три сундучка, ну, ладно, пусть будут. Вот. Так, нет, спасибо. Опа, тут у нас денежки, типа, да? Да, типа денежки. Довольно. Так, хорошо. Идем дальше, ребят. Угу. Так, тут у нас что? Тут камера, да, вроде как? Да, ребят, смотрите, тут камера у нас. Остается только вот эта часть залезть, но как-то неаккуратно нарисовано почему-то. Ладно. Так-с. Вот так вот. А тут что? А, это у нас бриллиантик.
Ну, прикольно. Ладно, ребят, давайте-ка на этом закончим наш сегодняшний ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал. Ну, а с вами был Бес. Всем удачи, ребята, и всем пока.